сюжета. Ну вот, yes, аплодируем. И вот сейчас мы видим выход в ринг 7-й пары. Это мажор против Викинга. Синий угол приглашается тем временем боец Викинг. Встречаем Викинг. Мажор против Викинга. Сейчас покажу. Покаж. 7-я пара выходит в ринг. Викинг уже стоит в красном углу. И вот мы видим в синем углу выход мажора. Мажор в синих шортах, прошу прощения. И Викинг такой татуированный парень в синих перчатках. Дорогие друзья, красный угол представляет Викинг, аплодируя. Синий угол мажор. Чего? Вижу, пояса не бил, открытые перчатки не бил, голова опасно не работает, затылочку не бил. Внимательно слушаем эту команду. Пожалуйста. Вова. Время. Бокс! 7-й поединок, 1-й раунд. Викинг против мажора. Викинг в майке, мажор у нас по пояс голый. Вот посмотрите, Викинг бьет жестко, очень напряжен парень. Держит голову высоко. Да, парни атакуют друг друга без всякой разведки. Викинг все время на центре ринга. Мажор двигается вдоль канатов. Давит Викинг. Хорошо, левый прошел прямой в голову. Так. Опять поддавливает Викинг и пытается кинуть правой прямой. Так. Давит Викинг, давит мажора. Тяжело дышит мажор, опять у канатов. Пытается огрызаться левый, но не попадает. И вот мы смотрим опять серию в исполнении Викинга. Викинг бьет достаточно жестко. И бьет, видит куда бьет, выцеливает, бьет и снова смотрит. Посмотрите. Удар по корпусу. Хорошо, справа прошел в голову. Гоняет Викинг мажора по рингу, то влево, то вправо. Я считаю, явное преимущество на стороне Викинга. Но надо бы ему действовать потехничнее. Разнообразить немножко эту серию ударов в голову, перевести на корпус и снова в голову. Стоп! Темп! Угол! Угол! Темп! Техническая проблема с перчатками у Викинга. Сейчас она будет устранена и бой будет продолжен. Босс! И снова первый раунд 7-го поединка. Снова бросается в бой Викинг. Посмотрите. Идет без всякой разведки. Правый, левый, правый, левый. Открытый перчатки. Замечание. Удар открытой перчаткой. Хороший удар прошел в голову прямой. Парни совсем не думают про защиту. Никто не пытается ни пофинтить, ни... И вот вы сами все видите, это просто настоящее избиение. Два. Три. Четыре. Судья открыл счет и считает нокдаун. 7, 8, готов? Викинг, босс! Первый раунд 7-го поединка. Напоминаю, что это Викинг против мажора. Мажор в углу. Нет, мажор уже вышел из угла. Но Викинг давил и давит. Посмотрите, бой идет в одностороннем порядке. Прессингует Викинг однозначно. 10 секунд до конца первого раунда. Главное мажору продержаться до гонга. Стоп! Нарушение, поворот спиной к противнику. Браво, завершен. Первый раунд. Он стоять не может.
ты хватит думать только о себе, что тебе тяжело. Он сам устал не меньше тебя, понимаешь? Он сам устал больше, чем ты. И дай тебе несколько слов, вот сзади передачи. Если ты не бьешь, подними руки, держи. Все, поувереннее, соберись. Дергай вот такой. Куда ты залез? Синьоров. Бокс. И вот второй раунд сегодняшнего поединка. Мажор против Викинга. Вот размен. Посмотрите, с самого начала. Посмотрите, как бьет очень много Викинг. Много ударов, много. Такое ощущение, что он совсем не устал. Хотя на самом деле достаточно одного точного попадания и будет четкий нокаут. Давит опять Мажора Викинг. Смотрите, пытается прижать его канатом, отрезает его, не дает ему уходить в сторону. Вот теперь в углу Мажор остался. Ну и Викинг что-то немножко остановился. Однообразная тактика у Викинга. Вот, хороший удар в корпус. Разнообразить надо тактику. У Мажора что-то уже совсем нет сил, но, по крайней мере, руки еще на месте. Застоялся у канатов Мажор. Снизили парни темп, подустали. Два. Второй нокдаун за сегодняшний поединок. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Бокс, стоп. Явное преимущество. Браво, браво, браво. Бой остановлен за явным преимуществом одного из противников. Ну, я думаю, здесь какие-то комментарии излишни. Подходим. Синёва, подходим. Здравствуйте. Я 20 лет на телевидении. Друзья мои, мы были в прямом эфире телекомпании Live News сегодня. Давайте поаплодируем. Завтра утром репортаж о нашей программе. Смотрите Live 78, наш любимый новостной канал. Ну а теперь вы сами все видели, возвращаясь к нашему бою, поединку под номером 7 на минуте 30 секунде второго раунда. Ввиду остановки боя рефери победу одерживает Викинг! Красный угол! Поздравляем! Ну что ж, надо сказать, молодец! Аплодисменты, конечно, Мажору, потому что хороший выдал бой против очень сильного соперника. Друзья, аплодируем, пожалуйста, аплодируем.